Детство. У большинства людей возникают ассоциации одни и те же. Беззаботное, счастливое, наполненное играми. Но есть люди, детство у которых отняла война. Дети, которые вынесли на своих плечах все тяготы и невзгоды военного времени. Они наравне со взрослыми работали на фабриках и заводах, копали траншеи, работали в поле. Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, где вы родились и когда? В Ярославской области, деревне Дрожаево. В каком году? 31-м. А расскажите, пожалуйста, кем были ваши родители и кем они работали? Мать работала мастером на молокозаводе во время войны, а потом ушла, стала работать в колхозе. А отца взяли в армию. И брата взяли в армию. А когда вы узнали, что война началась, что вы почувствовали? И где вы были в этот момент? Не помните случайно? Как-то, вы знаете, тогда, может быть, это немножко мы такие были. И радио не было у нас в деревне. Мы уже когда узнали так, чтобы это... Ну, конечно, что-то, как бы не дети, а все равно переживали. А сколько было вам лет полных? Считайте. 10 лет. 10 лет. Да. А расскажите, пожалуйста, кем вы трудились во время войны, будучи ребенком? Ну, ребенком мы... Что мы не делали? Заставляли нас. Мы на сено вала, сено принимали, туда в сарай забивали. Вот там в деревнях, там в Ярославской области. Ну и конюшни чистили, и огороды поливали, тогда огороды очень большие были. Вот у нас, например, в деревне. Вот. Все делали. Что, тогда работали, тогда были. Сложно было, да? Да, мы уже взрослые, как бы считались. Все легло на ваши плечи? Да. И дома, и огороды, и все, и сено надо накосить было. Расскажите, пожалуйста, где вы были, когда узнали, что война закончилась, и какие чувства испытали на тот момент? Ну, конечно, все радовались, а я помню это. Все. Ну, кто и плакал. Вот у нас, например, в семье отец погиб и брат погиб. Вот сейчас нашли его в Польше похороненного. Вот с этой видеокарты, как его, с этой болезнью-то. Мы и не едем, нас там не пропускают туда, там его могилу нашли. Угу. А расскажите, когда вы переехали уже в Калининградскую область, в каком году и кем вы здесь уже трудились? В 46-м году мы приехали в конце. А зиму мы... Да, ой. Зиму мы работали в НЛРе, в Калининграде. Это вот жили на площади, вот этот дом, где центральная, по-моему, библиотека. Там, где Шиллер стоит, вот там в этом доме жили, работали. А что работали, что-то ломали, что-то делали, кирпичи таскали, заставляли. И оттуда до субботы работаем, в субботу рабочий был день. Вечером в Ярославское идем пешком. Кто даже не ходил, ничего. Мы ходили пешком. А потом оттуда вот обратно с Ярославского туда. В воскресенье вечером идем пешком до площади ходили. И ничего. И не переживали, что надо какой-то автобус брать.